Всем же привет! Вы на канале Лиза Ста, ребят! Всем большой привет! Ребят, у нас уже 21 подписчик, по-моему. Было только 18, уже стало 21. Спасибо вам огромное! Большое-большое-большое спасибо! И сегодня я снимаю «Узнай своего пэта». Ну что ж, давайте начнем и посмотрим, кто сегодня будет у нас в гостях. Итак, поехали! Привет, привет, Пенни, привет. Всем еще привет. Ну что ж, Пенни, ты готова участвовать в нашей передаче? Конечно, готова. Ну что ж, проходи в нашу студию, а мы начинаем. Ну что ж, Пенни, еще раз здравствуй. Привет. Расскажи о себе, чем ты увлекаешься, как тебя вообще зовут. Ну расскажи о себе, просто очень интересно узнать о тебе. Всем привет, меня зовут Пеннели. Я недавно приехала в Сочи, я отдыхала в Сочи. Там так красиво, вы не представляете, просто красота полная. Я принесла аксессуары Сочи вам в вашу передачу. Правда? Интересно, давайте же посмотрим. Итак, подарки в студию. Вот, это настоящая пицца, которая сделана в Сочи. Ух ты, давайте же посмотрим скорее. Вот такая вот пицца. Такой вот карабашки. Способ приготовления и состав. Крутая пицца, спасибо большое. Мы обязательно ее распакуем. Давайте прямо сейчас ее возьмем и распакуем. Угощайтесь. Спасибо большое, обязательно попробую. Так, расскажите, сколько вам лет? Мне уже 16 лет, скоро уже будет 17, 12 апреля. Ух ты! Уже 12 апреля день рождения? Да, у меня скоро уже день рождения, я его очень сильно жду. Скажите, вы в школе ударница или отличница? Я отличница, я очень хорошо учусь, но одновременно я также снимаю видео. Также я успеваю и в школе, и дома, и ну, во всех делах я успеваю, даже попутешествовать тоже успеваю. Здорово, а вот я не успеваю, я только на одной передаче почти целый день. Эх, везет же вам. Ну да, конечно. Ой, извините, мне звонят. Алло, да. Наверное, завтра вечером буду. Да-да. Нет, я без понятия. Ой, извините, сейчас на передаче, не могу разговаривать. До свидания. Угу, пока. Извините, просто звонили там по школе. Так о чем мы? Да ничего. Пробуйте пиццу, и сейчас у вас будет... Интересное знакомство с вашей подружкой. Да? Интересно посмотреть. Давайте же скорее. Как ее зовут хотя бы? Ее зовут Алина. Вы ее помните? Неужели это та Алина, на которую я давно уже не видела? Хочу скорее ее увидеть. Ну, в студию Алину. Всем еще привет. Пенни! Привет, Алина, привет, большой привет, как у тебя дела? У меня все хорошо, проходи. Хочешь, садись? Нет, спасибо, я постою. Алина, скажите, как давно вы знаете Пенни? А я ее знаю 3 года, но после того, как я переехала в Париж, я ее давно-давно не видела. Я по ней так соскучилась, и так ее давно не видела. Но у меня поменялся номер телефона, и ее номер не сохранился. Ну, так мы потерялись. Ну да. А хотя мы лучше подруги с ней. Ну, конечно. И когда мне позвонили и сказали то, что Пенни будет на этой передаче, я просто прыгала от счастья, потому что была очень сильно рада. Понятно, скажите, а вы учитесь в одном классе?
Учились в одном классе мы, но после того, как я переехала в Париж, мы, как я уже рассказывала, я училась в другой школе, она училась тут, поэтому вот так вот. Ясненько. Ну что ж, давайте посмотрим подарок для Пеннили от нашей передачи. Подарок в студию. Вот он. Это вот такой Apple телефон от нашей передачи. Такой замечательный, синего цвета, как вы любите. Вау, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо вам огромное, Пенни, за то, что вы посетили нашу передачу. Огромное спасибо. И вам спасибо за этот замечательный телефон. Я всегда мечтала о Apple. Apple 7 это просто крутая фирма. И спасибо вам за то, что вы нашли Пенни. Я так давно искала. Ребята, всем пока-пока. Мы уходим. А с вами будут прощаться, конечно же, Лэми. Ну что ж, мы пошли. До свидания. Пока. Ну что, ребятки, на этом было все. Хотела бы сказать, что вы подписались на канал. Конечно, на мой канал поставили лайк или дизлайк на видео. Знаете, дизлайки тоже мне приятно. Да, некоторые скажут, дизлайк это же плохо. Нет, дизлайк это тоже оценка. И если его переверну, то это лайк. Так что дизлайки это очень даже хорошо. Ну, они такие же, как и лайки. А также подписывайтесь на моей группе ВК. Называется она Лиза Стар ЛПС и Лиза Стар Геймс. Ну, а также подписывайтесь на мою подружку. Ее канал называется Мария ЛПС. Марина ЛПС. Вообще, Марина можете вбить в поиски, и сразу выйдет она. Она очень круто снимает видео и старается. Поэтому не забудьте подписаться и на нее. Ну а с вами была я, Лиза. Желаю вам счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Пока-пока. Увидимся в следующем выпуске. Пока.